Что бы ни говорили дистрофичные фанаты ЗОЖ, но хлеб это навсегда. В любые времена, при любых кризисах люди будут покупать хлеб. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Как заработать на хлебе, открыв свою пекарню. Мне, как человеку, который недавно сел на диету, этот выпуск буквально противопоказан к просмотру. Ну а вам приятного просмотра и аппетита, потому что натощак его в любом случае смотреть не стоит. Увидимся в конце выпуска. На хлебе люди зарабатывают уже как минимум 5000 лет, если верить археологическим раскопкам. И сегодня, на мой взгляд, как бы спрос на хлеб растет. Идет такой парадоксальный процесс. С одной стороны, идет снижение общего потребления хлеба ввиду кампании за здоровый образ жизни. Хлеб считается очень вреден там, и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, идет совершенно противоположная тенденция. Растут продажи хлеба высококачественного, который все-таки делается не индустриальным способом, а руками и без химии, где качество и его хранение, в том числе хлеба, добивается использованием правильных старых технологий, так как пекли наши дедушки, бабушки и прабабушки. Насколько я знаю, ты занимался до пекарен вообще другим направлением. Ну, во-первых, расскажи, чем и почему решил заниматься хлебом? Ну, я и мой партнер в бизнесе, мы выходцы из дистрибьюции, мы работали на разных рынках с разными продуктами, и фармацевтика, и алкоголь. И видя этот тренд, и имея определенное желание работать в этом рынке, мы все-таки для себя приняли жизненную стратегию, бизнес на всю жизнь, это все-таки действительно хлеб. И не видим себя ни в какой другой сфере, и действительно хотим заниматься этим всю жизнь. Это приносит и удовольствие, и очень приятно видеть благодарных, довольных покупателей. Это не только бизнес, но действительно удовольствие. Это ваша первая пекарня? Да, это моя первая пекарня. А до этого чем занимались? По образованию врач и провизор. Работала на фармзаводе. Почему решили заняться вот именно пекарским бизнесом? Ну, скажем так, мы вообще решили заняться бизнесом. Я больше уже работала в фармбизнесе. Ну, как-то вот пришел момент, наверное, когда захотелось что-то поменять. Попала с франшизы первой пекарни. Мне понравилась сама идея. Хлеб – продукт, который продается всегда. Вечная история, которая никогда не потеряет свою актуальность. А какой вообще хлеб лучше есть с медицинской точки зрения? Медицинский – с отрубями, с семечками. Мы не привозим сюда уже выпеченный и замороженный продукт. Мы действительно выпекаем на месте, мы формируем продукт на месте. Это говорит о том, что пекарь действительно работает здесь с тестом, работает с начинкой. Насколько мне известно, так практически никто сейчас не делает. То есть в основном привозят замороженный полуфабрикат, который просто нужно выпечь. Не делают, потому что дешевле так не делать, да? Дешевле так не делать. И здесь есть нюансы с масштабированием, потому что нам для этого, естественно, нужны более крупные помещения. У нас более обширный штат работает специалистов. И в таком формате обязательно присутствует технолог. Во-первых, это более высокое качество на выходе. Во-вторых, это более открытые процессы для наших потребителей. Людям очень нравится. Мы всегда, проектируя пекарню, стараемся открыть нашу кухню максимально, сделать процессы лепки непосредственно возле окна, чтобы любой прохожий мог посмотреть, как это происходит. И в этом конкретном объекте это тоже реализовано. Ключевым еще отличием является, естественно, та рентабельность, которую франчайзи получает при таком процессе. Потому что мы не забираем на себя производственные расходы, и франчайзи получает сырье практически по себестоимости, поэтому он может сделать недорогой продукт, который будет с хорошей наценкой находиться в низком ценовом сегменте на витрине. Вы чувствуете сейчас рост конкуренции в вашем сегменте? В нашем сегменте нет, потому что этот спрос не удовлетворен. На самом деле хорошего качественного хлеба даже в Москве, несмотря на то, что это столица как бы страны, где собраны лучшие технологии, большие деньги, как бы и самый зажиточный платежеспособный клиент, тем не менее, хороших пекарен, выпускающих качественный хлеб без химии, раз-два и обчелся. А наш хлеб, например, черный хлеб, мы вообще единственные в Москве, кто печет, например, 100% ржаной хлеб. Сегодня его вообще не делают. Черный хлеба и 100% цельносмолотой ржи, вот, да еще на шугуровской ржи, и таких нет. Кроме нас, вы нигде и никто не сможет купить. Евгений, вот вы сказали, спрос не удовлетворен. А почему? Утрачена компетенция. То есть вам тяжело было находить специалистов? Нам и сегодня тяжело. Мы ищем пекарей практически постоянно, постоянно испытываем дефицит. Поэтому мы как бы даем франшизу, это уникальная возможность продавать качественный хлеб, не имея этих проблем. Потому что самому организовать производство такого хлеба сегодня нереально сложно, ввиду отсутствия компетенции. Люди разучились, увы, но разучились. Базово, в принципе, в России не было большого количества специалистов
по ремесленному хлебопечению, потому что исторически советский хлеб, он был весь индустриальный. Пекли это его тоннами на машинах, и те, кто работает на советских хлебозаводах, они не могут в собственной печи испечь хлеб. Это разные вещи. Это скорее технологи, чем хлебопеки. Мы же пекари в том классическом старом значении слова. То есть это 19 век? Это 18-19 век. Так пекли хлеб, вот мы так и печем. Поэтому это основная проблема, которая есть, это отсутствие компетенции. Кстати, друзья, обе пекарни сегодняшнего выпуска, профессор Пуф и Перша пекарня, это франшизы. Поэтому, если у вас возникло жгучее желание открыть такую пекарню в своем городе, пожалуйста, все ссылочки есть в описании этого видео. Кроме того, хочу заметить, что обе эти компании, это наши клиенты, потому что наша компания Франч занимается упаковкой франшиз уже более 15 лет. Если у вас есть бизнес, который вы неистово просто хотите упаковать во франшизу, то мы те самые ребята, которые вам помогут упаковать, продвинуть и продать вашу франшизу. Все подробности есть по этой ссылочке. Срочно бегите, плюс мы оставим ее в описании этого видео. Так что, друзья, продолжим смотреть выпуск, но теперь вы знаете, кто здесь отвечает за франчайзинг. Давай вот представим себе предпринимателя, который, может быть, не хочет покупать франшизу Перша пекарня, ну так сложилось, или в этом городе не продается она, он хочет открыть свою. Что бы ты ему порекомендовал, что самое важное в этом бизнесе, чтобы не наделать ошибок? Ну, в первую очередь нужно определить формат и тот ассортимент, который он будет в этом формате продавать. Можно сделать упор только на хлеб, можно сделать упор на кондитерку, на сладкие изделия, можно вводить в ассортимент слоеные изделия, можно добавлять пиццу. Опять же, все зависит от того бюджета, на который рассчитывает предприниматель. И в зависимости от этого он может себе позволить тот или иной интерьер, ту или иную вывеску и, соответственно, технологию, которую он может реализовать в этом формате. Минимально можно продавать ассортимент из 20-30 наименований, покупая его у производителя в виде замороженного полуфабриката. Для этого потребуется минимум оборудования, расточечный шкаф, там, морозильный ларь и конвектомат. Сколько примерно это денег будет? Минимальный старт на оборудование, если не говорить об аренде и так далее, 7-8 тысяч долларов. Полное открытие может составить без паушального взноса арендных платежей и первой закупки около 10 тысяч долларов. Сколько в целом можно заработать на пекарне? Если говорить о таком формате, как мы открыли в Киеве, это в нашей терминологии фабрик, то есть объекты, которые можно открывать в помещениях от 60 метров и до 140, такие объекты могут приносить чистыми от 2 до 3 тысяч долларов в месяц. При инвестициях каких? При инвестициях от 25 тысяч долларов на открытие. Сегодня на московском рынке только одна пекарня по франшизе предлагает ремесленный хлеб. Все остальные пекарни – это не ремесленный хлеб, это хлеб из заморозки. Кто еще делает это? Поле, это Волконский, хлеб насущный. Но на сегодня, насколько я знаю, они продают франшизы только оптом. Это там, от 10 до 15 точек там, и так далее. Это совсем другие инвестиции, там, измеряемые миллионами, так сказать, долларов, а не рублей. А у вас? А у нас минимальные инвестиции составляют 1-1,5 миллиона рублей. Производства отдельного не нужно? То есть все на точке? При этом доход такой, вот, например, наша лавка на Тульской, она окупилась уже через 3 месяца у нас. Вернула все инвестиции, сегодня приносит там минимально 150 тысяч в месяц рублей чистых. Ну, то есть это... Много зависит еще, сейчас, извините, перебью, от местоположения. То есть есть районы, где публика более денежная, у нее и средний чек бывает, люди приходят, и у нас выпечки набирают на 2-3 тысячи за раз средний чек, вот у некоторых. Есть менее как бы средний класс или ниже, там и продаются в основном хлеба низкой ценовой категории, то есть и до 100 рублей, вот там, соответственно, средний чек ниже, но там, как правило, и объемы продаж больше. Вы сказали насчет нехватки кадров. А с такой проблемой не столкнется франчайзи? Нет, у него нет производства. Ему надо найти просто продавцов, которые будут продавать. Либо он сам продает, либо он находит продавцов. Вопрос потребителя. Как кушать хлеб и не поправиться? Естественно, в меру. Да? Любой продукт нужно кушать, но... Ну, ты поправился, когда начал заниматься этим бизнесом? Честно, да, потому что приходится много дегустировать, и мы действительно постоянно пробуем свой бизнес на вкус. Любое изделие, которое можно увидеть на витрине нашей пекарни, оно было вначале опробовано нами как собственниками, и только после этого мы его утверждали. Если вы откроете, например, последний академический журнал по долгожительству, это мировой академический журнал, вот, который самый авторитетный в мире,
Там, например, буквально недавно были опубликованы результаты исследования по влиянию продуктов на качество и долгожительство для людей старше 50 лет. То есть тогда как раз, когда мы начинаем вот болеть, по сути. Вот. Ну, во всяком случае, западные. У нас, наверное, пораньше, вот они где-то с 50 начинают. Так вот, там 10 лет проводили это исследование, изучали диету людей, отмечали, сколько люди жили, какими болячками болели, так сказать, и так далее, и так далее. Очень большая выборка, около 3500 человек в течение 10 лет наблюдалось. Вот недавно подвели итоги этого исследования и пришли к выводу, они назвали три продукта, которые обязательны к употреблению, если вы хотите жить долго и с минимальным риском болеть диабетом, артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком кишечника и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Три. Из этих трех один назван хлеб. Хлеб входит в так называемую пирамиду диетическую, которая рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Она изображена в виде такой пирамиды, где в основании пирамиды это те продукты, которые надо есть каждый день, а потом по мере как бы уменьшения это те продукты, которые вы можете есть, но все реже, реже, там, два раза в неделю там, или три там, и так далее. Так вот в основании лежит опять же указан хлеб. Единственное уточнение, не любой, понятно, хлеб и сразу скажу, не тот хлеб, который лежит там, я не знаю, в сетевых универмагах. Этот хлеб каждый день, да, вредно. Потому что даже интересно, вот многие говорят, вот от него полнеет. Конечно, полнеет, если сейчас половина хлеба, дешевого хлеба делается из фуражной пшеницы. Фуражная пшеница – это та, которая откармливает скот. Но если, извините, коровы и свиньи от него жиреют, то, конечно, и вы будете жиреть, если будете есть хлеб из такой пшеницы, так сказать. Ешьте хлеб тот, который рекомендует и геронтологический журнал, и ВОЗ. Это хлеб, в первую очередь, который качественный. То есть, во-первых, без добавления химии, раз. Потому что именно химия разбалансирует ваш метаболизм, и вы начинаете накачивать все эти жиры и откладывать у себя на боках. Во-вторых, это цельнозерновой помол. То есть хлеб богатый клетчаткой, потому что клетчатка является обязательным элементом для качественной, здоровой и долгой жизни. То, чего не хватает в массовом хлебе. Потому что массовый хлеб делается, по сути, из белка пшеничного, из клейковины. А все остальное убирается в массовом производстве. То есть то, что и составляет. Почему наши предки ели хлеб и не боялись, и не толстели? Употребление хлеба, например, на Руси в 19 веке составляло 1,5 килограмма на человека в сутки. И особо толстых людей не было столько, как сейчас. Но чем отличалось? А, первое, 90% этого хлеба – это был ржаной хлеб, а не белый. Белый ели только раз в неделю и по праздникам. То есть по выходным и по праздникам балуя себя, потому что это считался как бы дорогой парадный хлеб. И на самом деле и тогда знали, не очень дорогой. Вкусный, но не очень. Вот черный хлеб, которые ели каждый день. Что ты скажешь насчет таких трендов в хлебе, как хлеб без глютена? Это хайп, это мода или это реально сейчас спрос? Я думаю, что это абсолютно закономерный тренд. Возможно, мы тоже придем к этому продукту. На сегодняшний день его нет в сети, потому что он требует действительно специфической технологии приготовления, и потоки продуктов с глютеном и без, они не могут пересекаться. Поэтому пока мы не можем себе этого позволить. Ни в коем случае нельзя делать в одном и том же помещении или смешивать как-то ингредиенты. Это должны быть два совершенно разных производства. Но ты ощущаешь какой-то запрос прямо от потребителей? Спрашивают пока, ли без глютеновый? Пока он, скажем так, незначительный. Но вот этот страх перед глютеном потихоньку уходит, потому что он во многом раздутый. Всего 1% населения Земли имеет аллергию на глютен. Да, этим людям не рекомендуется употреблять хлеб с глютеном. Глютен – это белок, в нем нет ничего, это не какой-то вредный элемент. Это просто хлебный белок. Как вот, например, есть у людей на другие белки, у кого-то есть аллергия на курицу, у кого-то есть на лактозу, там, на молочные белки, так вот у кого-то есть на хлебный белок. Но я же говорю, это всего 1%. Остальные с удовольствием едят. Наши партнеры делают такой хлеб, это Александр Лебедев. Вот, мы его продаем, это 100% зеленой гречки хлеб вот для людей, которые хотят как бы, или не могут. То есть у вас одна позиция есть без глютена? Да, одна позиция. Нет, еще к нему там есть сухарики глютеновые, печенье там, но из хлебов только один хлеб у нас, да. Вы за эти 2,5 месяца стали больше хлеба кушать? Нет, я стала кушать меньше вообще. Я уже 2 недели не сплю, не ем.
Как много людей кушает здесь? Я вижу, что много. И, соответственно, как много людей берет продукцию на вынос с собой? Какая здесь статистика? И вообще, нужны ли эти посадочные места? Да, нужны. Если говорить о маленьких форматах, там, 30 квадратных метрах, там 95% покупок происходит на вынос. В форматах, как здесь, я думаю, где-то 50 на 50. Зачастую люди рассчитывают на нас, как и на место, где можно непосредственно перекусить или съесть пиццу, или выпить кофе. Поэтому мы здесь уже устанавливаем более удобные посадочные места. Смотри, если вот взять сейчас отсюда, вынести все столы, как ты думаешь, трафик сильно упадет? Насколько он упадет? Я думаю, что первичный трафик, то есть люди, которые заходят первый раз, он не изменится. А вот люди, которые хотят уже где-то нормально пообедать или перекусить, они перестанут заходить. Здесь есть акция «Утренний кофе дешевле, чем дневной», то есть до 10, после 10, то есть до 10 кофе немножко дешевле. Это чтобы людей на самую свежую выпечку приглашать еще, да? Да. Завлекать. Ну, завлекать и кофе тоже, потому что у нас конкуренция вот здесь, в данном районе, как раз идет больше по кофе, чем по выпечке. Вот, кстати, один из вопросов. Пекарня вообще на чем больше зарабатывает? На кофе или на выпечке? Не, на выпечке. Кофе существенный какой-то процент занимает? Существенный. И вот перед вами хит продаж формата кафе-пекарня. То есть это тот формат, когда у вас есть возможность организовать еще выпечку прямо на месте продажи. Хитом вот у нас в наших кафе-пекарнях всегда выступает вот этот вот продукт, который называется очень таким на русский слух сейчас современный и смешным ляпун. Раньше на Руси это называлось. Это лепешки с пророщенной рожью. Вот, смотрите, какие они шикарные. Вот печется он за 3 минуты, прямо обычно под заказ. Приходит к вам посетитель, и за 3 минуты вот такая шикарная, видите, лепешка, которую вы печете. И люди их обычно берут в качестве хлеба, это одна из разновидностей. Набирают 5-6 липунов и несут домой, потому что он прекрасно с ним ест. Это фактически разновидность горячего хлеба. И прямой его конкурент – это грузинский лаваш или узбекская лепешка. Разница в том, что все-таки здесь пророщенная рожь, это другой вкус, другое качество теста и так далее, и так далее. Кроме того, вы можете этот липун, и мы это делаем, вы еще можете его испечь под заказ, если есть возможность там принимать пищу или под заказ домой. Это липуны с припеком. Видите, вот как здесь. Его еще называют русская пицца, русская ржаная пицца. Вот, тот же липун берется. Начинки самые разные, начиная у нас от белых грибов, краковская колбаса, говяжий бок у нас используется. И все это по сырам, с травами, со специями запекается в печи, опять же, за очень там 3-4 минуты. И отлично готовый продукт. Ну, это фастфуд, при этом качественный фастфуд. Можно на месте съесть, можно с собой взять в пицца-коробки. И дома уже, пожалуйста, потреблить. Вот я еще говорю, это хиты. У нас на некоторых точках больше 100 штук в день их выпекается и продается, они уходят на ура. И места много не надо. В принципе, достаточно 6-8 метров, и можно уже организовать такую выпечку прямо при хлебной лавке. Я вот когда общался с Федором Овчинниковым, Додо Пицца, мы затронули тему использования перчаток при работе с тестом. Они не используют перчатки, они работают с голыми руками. У вас, я вижу, есть перчатки, да? Какой здесь подход у вас? Здесь точно такой же подход. Продукт проходит термическую обработку, если говорить о пицце, там свыше 300 градусов в печи, поэтому действительно мы можем работать без перчаток, это абсолютно правильно. Когда мы отдаем покупателю уже готовый выпеченный продукт, естественно, его берут только в перчатках. Часто спрашивают, а вы бездрожжевой пекете? Мы говорим, нет, мы не печем бездрожжевой хлеб, потому что его пекут только шарлатаны. Бездрожжевого хлеба не существует. Вы берете муку, разбавляете водой, ставите на определенной температуре, и через некоторое время она начинает бродить. Так появляется закваска. Любая закваска содержит дрожжи. Просто в отличие от дрожжей, купленных в магазине, кроме дрожжей, закваска еще содержит молочно-кислые бактерии. Во всем мире хлеб делится на две категории. Есть пресный хлеб. То есть хлеб, который выращен вообще без дрожжей. Это, например, еврейская маца или армянский лаваш. Но он плоский. Хлеб, который имеет пористую структуру, он обязательно эту пористую структуру и обеспечивает дрожжи. Там я читаю то есть, все эти байки, там их придумал Гитлер или их придумал Сталин. Ну, это такая чушь, просто несусветная чушь. Люди пекут на дрожжах хлеб с испокон веку, 5000 лет. То есть
Вот я говорил, археологические раскопки, например, в Древнем Египте находят дрожжевой хлеб, который пекли уже в Древнем Египте. И наши бабушки на Руси пекли на дрожжах. Поэтому хлеб, еще раз повторю, бездрожжевого не бывает. Это безграмотный термин, придуманный в 90-е годы маркетологами для того, чтобы продавать плохой хлеб по большой цене. Производители, в том числе всевозможных вот этих снеков, полезных батончиков, им же надо продавать, при этом, вы знаете, эти батончики стоят, такой батончик больше, чем хорошая булка хлеба. При этом батончик делает машина, а я хлеб делаю руками, так сказать, в печи. Но его продать же надо, а для этого надо человеку внушить, что хлеб кушать вредно, а мой батончик полезно. Так говорят, вот у нас там цельное, ну, цельное зерно, а у меня просто мука цельнозерновая. В чем разница? Никакой нет. Но я не кладу сахар, я не кладу патоку в свой хлеб, я не кладу химию туда и так далее, чтобы склеить этот батончик. Сейчас практически в каждом супермаркете делают свою выпечку, зарабатывают на этом. Как вы выманиваете людей из супермаркетов, чтобы они приходили к вам? Мы не сталкивались, честно говоря, с проблемой того, чтобы делить трафик или покупателя с супермаркетами. Фактически это импульсная покупка. Мы понимаем, что покупателя привлекают те процессы, о которых я говорил, которые видны через окно, когда продукт готовится на месте, а также приятный запах и аромат, который витает вокруг пекарни. Соответственно, человек, может быть, и не хотел покупать ничего, но, тем не менее, он к нам заходит и становится нашим потребителем. Потом уже, естественно, узнав о нас, рассчитывают на покупку именно в наших заведениях. А у вас какие основные конкуренты тогда? Вот ребята, которые просто рядом стоят и могут там продавать что-то подобное, там, беляши какие-то? Нет, ну, с беляшами мы не конкурируем. Мы конкурируем с другими подобными пекарнями, да, с любой другой выпечкой. И здесь конкуренция идет действительно на уровне качества. Мы работаем на рынке, я же говорю, где 10 миллионов, даже больше, больше 10 миллионов покупателей, и, конечно, мы там занимаем какой-то там мизерный процент в этой доли. И вряд ли когда-то будем занимать львиную долю, потому что, в принципе, я же говорю, что даже в Германии там всего 50% ремесленного хлеба покрывает, в Штатах 30%, во Франции 60%, 40% все равно индустриальный хлеб. Надо тоже понимать, что из этих 60, например, сегодня во Франции только 40 пекарен делают хлеб вот так, как мы. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если это так, поставьте нам лайк, подписывайтесь на канал. У нас много интересного и полезного для предпринимателей, будущих, настоящих и... Наверное, в прошлом предпринимателя не бывает, они всегда. Всегда предприниматели остаются предпринимателями. Друзья, напомню, что франшизы из этого выпуска «Перши Пекарни» и «Профессор Пуф» вы можете приобрести. Ссылочки есть в описании. Кроме того, друзья, на франшизу «Профессор Пуф» сейчас действует акция 10% от паушального взноса для зрителей канала «Франч ТВ». А на «Першу Пекарню» действует специальная цена до 1 июня 2018 года. Поэтому вы тоже можете сэкономить на вступительном взносе, если вы поторопитесь, скажем так. Все ссылки есть в описании этого видео. Сразу скажу, друзья, что «Перша Пекарня» — это франшиза пока только для Украины, а «Профессор Пуф» — это франшиза для Москвы, области. Ну, если вы из других городов крупных, то тоже есть смысл пообщаться, потому что ребята, в принципе, готовы открываться и в других городах тоже. На этом все, но не совсем все, друзья. Я вам хочу напомнить, что раз уж мы говорим о франшизах, в сентябре этого года, в самом начале сентября, пройдет выставка «By Brand» в Москве. Это крупнейшее событие на территории СНГ, которое связано с франчайзингом. Мы там бываем каждый год, и я буду рад встрече с вами. Билеты вы можете уже заказывать, сейчас подробности есть в описании этого видео. А если вы хотите выставить свою франшизу, показать ее миру, то тоже рекомендую поторопиться, потому что хорошие места уже разбирают. Компания «By Brand» — это наши давние друзья, партнеры. У них, кстати, тоже есть YouTube-канал. Они там делают свое шоу «Франшиза в хорошие руки». Я постоянно его смотрю. Это шоу, где можно научиться, как правильно общаться с покупателем и продавцом франшизы. Рекомендую, ссылочки будут в описании. Короче, друзья, как вы поняли, в описании есть вся подробная информация, куда бежать дальше, если вы хотите купить, создать франшизу, показать ее миру или посмотреть просто еще одну классную передачу о франчайзинге. Увидимся с вами через несколько дней. У нас выходит новый выпуск. На этой неделе прям плотно у нас. И до встречи. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Пока!